Опа! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также залетай в Телеграм. Это очень важно, уведомление плюс расписание. В общем, здесь какой-то хороший мод запилили про бан-бан, так что погнали, поглядим. Он, в принципе, хайпит. Story мод, фриплей, можем поглядеть вообще сколько песенок, значит. Оу, 4, смотри-ка, story мод. Залетаем, нормал. А тут 3 почему-то, ладно, окей. Хорошо, что мы зашли во фриплей, посмотрели. То, что есть одна дополнительная какая-то. Оу. Сносно, хорошо. Стрелки очень напоминают, где мод, модификация про Алису. Про глобальные моды, ребята, в принципе, там вышло продолжение ПВЗ, так что мы должны сыграть чуть-чуть попозже. Там и диалоги, так что уже скоро. Ноль миссов? Серьезно? Как? Я вроде как... Ля, какие у него накачанные, а, ручища, ты гляди. Вот два мисса как раз. Good. Ну что сказать? Просто бархатная. Каточка, о. Не, честно скажу, да, анимация, ну, такое, но вот музыка, в принципе, и как мы попадаем с тобой в бит, это прям шикарно. Стрелочки прям отлично летят. Найс. Третья мелодия, ребята. Готовимся. Мне просто интересно, блин, а что же там за четвертая? Что там будет? Дэн. Ah!
Ну вот разнообразие, вот согласись, как бы не хватает, а? Почти все одно и то же, вот... Побольше бы монстров, каких-то таких мелодий. Побольше каких-нибудь веселых, можно грустных, можно каких-то, не знаю, лирических вот жанров различных, мемных, вот вообще было бы шикарно. О, хорош. Ну как тебе? Не, мне нравится. Мне нравится. Так, ну и, конечно, мы сейчас заходим во фриплей. Поглядим, что у нас там. Оригинал. Вот. Ну что ж там за оригинал-то такой? Давай поглядим. 3, 2, 1, go. Ого! Так, вот это уже интересно! Что я скажу? Хорош! Блин! Если честно, круто, хоть поменяли там план. Круто, круто на самом деле было. Ну, понятное дело, как всегда, эта модификация у нас типа демо. Так что в дальнейшем посмотрим, что там за обновление будет. Поглядим, поглядим. Бро, не забывай про лайкосик. Залетай также в Телеграм, это очень важно. Бай-бай, дорогой братишка.